Здравствуйте, дорогие друзья. Я сейчас нахожусь в Армении, в Ереване. Приехал, чтобы настроить несколько машин. Кстати, очень интересных машин. Одна из них турбированная Honda Civic с двигателем F20B. Думаю, что очень интересный и мощный проект получится на заводском двигателе, на заводском компьютере, ну, хондовском P28. Вот. Сейчас я направляюсь в SSE Performance, где, собственно, мои клиенты и будут собираться. Я буду постепенно снимать все машины и по ходу работы и показывать вам и рассказывать подробно, что как сделано и что мы получили. К сожалению, эти машины навряд ли будут настраиваться на дайно, будем настраивать только на дороге, поэтому, соответственно, результатов по мощности сегодня не будет. Ну, естественно, если будет вариант их повести на дайно и проверить, да, обязательно мы выложим всю информацию, но пока что в планах такого нет. Так что, пожалуйста, не задавайте вопросов, сколько сил получили, потому что мы этого наизусть не сможем знать и не сможем вам ответить. Будем замерять ускорение этим рейс-лоджиком и будем выкладывать результаты там, 0, 100, 100-200, ну, зависит от машины. Пока я ехал по дороге, много, очень много заинтересованных лиц писали мне в директ на Инстаграме, на Фейсбуке. И были очень прикольные моменты, где люди спрашивали, куда подъехать за бесплатным тюнингом, например. Или можно ли прибавить настройкой там 200 сил на атмосферном двигателе, который всего лишь 1,6 литров. Вот. И так далее, и так далее. Вот мы сейчас находимся с вами около SSE Performance, и мне уже пора выходить с машины и приступить к работе.